О-о-о, полиномикон, пожалуйста, что ты делаешь, ахаха. Ахаха, прекрати. Тут был тип без хп. Вы видели это? Здорово, народ, вы на канале Арти, и сейчас будет очень забавная катка. Почему? Потому что, блин, так получилось, что мне пришлось затроллить мою команду по желанию чата, естественно, и сыграть на Кукулькане АДК. Да, то есть у меня будет Кукулькан вместо охотника в катке. И на самом деле это получилось очень прикольно, поэтому я надеюсь, что ты лайк, усик поставишь, комментарий напишешь, и погнали смотреть. Команда и правда не подгорит, потому что Кукулькан АДК — это что-то безумное, мне кажется. Главное, чтобы они доиграли. Вот главное, чтобы они доиграли, реле. И все будет хорошо. Это будет очень интересно. Сейчас все будет. Это похоже на кам-кам-кам. Че такой флэжный скин на куку выбрал? Есть же лучше. Мне нравится этот скин, слушай, мне нравится. Здорово, здорово, спасибо большое. Вообще это была победная, на АДК я бы по-любому выиграл. Бонжур, ну ты жучила, конечно. Даже пост на АДК больше подходит. Согласен, согласен, но у нас есть пост, Батоныч, так что все нормально будет. Музыка, чувствуете, она заряжает энергией? Если Кали не хлебушка вам кана? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот Фаркос стопудово на стриме, я больше чем уверен. Собери нормальный билд, пожалуйста, Фаркос. Собери нормальный билд. Я с прошлой подгорел, собери нормальный билд, пожалуйста. Я бы поменялся с ним, но он, видишь, он начал типа там присылать смайлики умного характера такого, ну типа. Все будет, парни, все будет. Япона, мать, по пол хп мне сбривает. Я не попал по ней? Верю, что затащу. Остановись, дядь, пожалуйста. Спасибо большое. Жесть. Ой, спасибо большое, дядь. Ну это жестко, все, этот, остановись, пожалуйста. Остановитесь. Мне надо выйти. Жестко, дядь, жестко. Так, парни, ну вы поняли, да, что нужно сделать, чтобы в ролик попасть? Как бы... Первый, как говорится, пошел. Никогда такого не было, и вот опять. Вы видели, как Кукулькан АДК? Я нет. Хорошо. Хорошо, добивай, просто добивай. Сделай хил. Хорошо. Опять троллишь? Нет, нет, очень сильно попросили, дядь, очень сильно попросили. Главное, чтобы Фаркост не за этого, не заруинил. Скажи, что я гайд записываю. Главное, не показывайте это видео Герсиасу. Ну, либо стрим. Если он будет заходить, забаньте его, я не знаю. Мы видели Сильву АДК, думаю, Кукулькан не хуже. Ну, типа, да. 5000 раз попросили, ну, типа того, да. Понедельник, день чудес. У меня третий понедельник или четвертый понедельник подряд. Типа какая-то жесть происходит на стриме в плане количества людей, активности людей, каких-то донатов, подписок. Вот каждый понедельник в течение месяца вообще какая-то жесть происходит. Не знаю.
Блять, поздно, говорит, уже здесь. Здорово, Герсиас. Герсиас, это не то, что ты подумал. Ну за что так с бабулечками? Спасибо большое. Спасибо огромное, ребят, за донаты. Ты просто каждый понедельник крутишь ботов? Не, вообще да, понимаешь, а потом эти боты по 5000 мне кидают. Я даже не знаю, что делать с ними. Вроде не было такой услуги у меня. Вот и вся магия. Ну вообще да, да, согласен. А в другие дни не кручу, Смарк. И какая-то дичь, да, происходит. Парни, парни, девчата, спасибо огромное вам. Зевс АДК тоже топ. Раньше Зевс АДК был топ, сейчас нет. Сейчас это немножко не работает. Блять. Бахус пошел контролить типа медузу. А это меня убило. Да не смейтесь вы. Так ты сам себе кидаешь по 5к и делаешь вид. О, да... блин, ну вообще да, такое тоже может быть. Блин, а ведь... ну хватит ржать, я стараюсь. Это правда тяжело, кукулька на ДК. Это очень тяжело на самом деле. Вы же понимаете. Герсиас, у тебя с юмором это беда или что, не понял? Как там, солдат даже в цирке? Не, или как? Как вот это вот притча? Да хватит ржать, блин! Жучилы, блин. Здорово, здорово. Вудивуд Пикер на меня подписался. Нихера себе. Этот, как его? Мультяшка из детства, любимый мультик. Кто служил в армии, тот в цирке не смеется. Вот, да, да, да. Да остановитесь, подождите, а то вы этот, душите меня. Спасибо огромное, ребят, за подписки и вообще за все. Дятел, ну мне нравился дятел из мультика вообще-то. Да, 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 кто в армии служил, тут в церкви. Ну вот это про Герсиаса, наверное. Герсиас, можно ли выиграть кукульканом на АДК? Вот чисто по твоему мнению. Кто репортит будет этот слив? Ну я надеюсь, это не будет слив, конечно. У Банжерна просто специфические вкусы, и каждый раз он, типа, этот, хочет, чтобы я поиграл на том, на чем либо не умею, либо на том, на чем не подходит. Я из этого не могу ролик потом сделать. Можно? Не, ну вообще, я думаю, то, что можно любым пиком на любой роли выиграть. Но для этого, блядь, другие линии не должны проиграть. Фаркос, блядь. Ладно, я сам умер. И главное, полик купи, чтобы пуш... Не, полик это понятно. Так я сразу солью Бахуса. Я сразу скажу то, что это Бахус виноват. Да почему слив-то японский? Блять, она не просто так бежит, знаете. Япона, мать, они меня просто накидало, мне так больно или что? Же не обходит вот здесь. Жесть, да? Вообще невозможно драться. Че, барани банить? Так они отдали, они в прошлой катке отдали Немезиду, в этой катке отдают Ра. А, кстати, по поводу качества, Майгрант напомнил, и я всем скажу сразу, пока вас много, те, у кого на Твиче качество не меняется... Те, у кого на Твиче всякая дичь... Хорош фаркос! Те, у кого на Твиче всякая дичь происходит, все это именно из-за отблока, который у вас стоит в расширении. Это уже подтвердили.
Вот, поэтому, парни, ну как бы понимаете, да, отключаем отблок и пользуемся нормально. Спасибо, Фаркос, блядь! Это пока, ребят, это пока. Но они уже официально подтвердили то, что есть проблема именно из-за этого. Так что, не, но смотрите сами, мне вообще все равно, как вы смотрите, это ваше дело. У меня стоит 3 отблока, я все могу. У меня стоит 7 отблок. Это не проблема. Да, 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 да. Не, я имею в виду, люди говорят, что у них есть проблема, типа, с тем, что они не могут качество стрима поменять. Я к тому, что знайте, что, скорее всего, это происходит именно из-за отблока. Блин, я просто обожаю этот войс пак. Ну, они официально так отписались, Юр. Я не знаю, так ли это или нет. Но, как говорят, это так. Прям сам Twitch так говорит. Я понял. Бахус миснул прыжком. Прыжком. Он прыгнул и миснул. Я ж попал! Какой иммун? Вы поиграете? Чё? А если до лита дойдет, мы проиграем? Ну посмотрим. Да я тоже мисс. Я попал ультой, подожди. Да какой слив, подождите, алло. Будете, ну считайте, что Бонжорно выкупил мои ММР просто. Да не, я должен выиграть, я хочу выиграть. Будет тяжело. Что такое Майгрант? Ничего, в смысле? А, так я сказал алоэ. Кто любит алоэ, кстати? Такой смайт вам не нужен? Бля, как же я хочу туда ульт сейчас кинуть. Это ульт, я понимаю. Умрет? Давай по новой, Миша, все хуйня. Не-не, надо пробовать. Сыри! Хейтеров, да вообще не говори, блин, что за хейт-то необоснованный сразу. Я Миша, кстати, здорово, Миш. Он взял дабл и убил Голдфьюри. Все в мониторе как... Вы чё, жуки, блядь? Ну это же этот виноват. Ну кто-то виноват. Фаркос, блядь, виноват. У него ульт был. Ну чё, не юзнуть ульт на этот, что ли? На Голдфьюри? Один удар был Голдфьюри, ну чё, не юзнуть ульт, что ли, не пойму.
Ой, спамеры, блядь. Я ее с руки убил. Знаете почему? Я АДК. Чат, я АДК. И только поэтому я ее убиваю с руки. Спасти таворку. Вообще имба. Дошел фаркос, блин, мои крипы. Я АДК. Я пушу. Я сейчас кольца соберу, блядь. Я сейчас кольца соберу, буду стрелять кольцами. Убил. Урона не было, такого бывает. Накидал им? Накидал им! Смотри, как накидал им! Я шучу, кольца не буду собирать. Вообще, Властелин колец, кстати. Все, я догнал медузу по левелу. Луковые кольца соберу, чат. Блять, я умер. Я пол хп ей снес, да? Она еще и крипа всех завела. Она, кстати, убьет изи и меня, и таверку. Замедло будет, да. Но мне не было смысла оставаться драться, вы же понимаете. Я знаете, что не пойму, почему Бастет не гангает? Я на пьянь, в смысле? Не понял. Уф-уф-уф, там урона по всем. Посмотри, сколько урона. Паркосыч, спаси меня! Спасибо за подписку, это кукулька на Одиссе. Пини 3 взять? Вообще хочу. С руки наваливай. Блин, сейчас будет с руки, я говорю, всех убью. Текири, ты АДК. Чат, верите в меня? Я же знаю, что вы верите. И музыка бодрячковая. Почему ты никогда не собираешь по метовым билдам? Потому что я этот... Как называют люди? Ну, короче, протестую всегда. Ждем полик ластовым без пенитры. Нет, сейчас будет замедло, потом будет полик, а потом уже все остальное. Бунтарь, ё-моё, в натуре. Забыл, что есть такое слово вообще, бунтарь. Я уже перегоняю их АДК на левел. Уже перегоняю их АДК на левел. Паркос, брат, я заберу твой красный. Блять, надо им помогать. Революционер и коммунист. Я ничего не слышу из-за музыки. Анархист, ну типа да, ну вы поняли, короче. Я врываюсь, смотрите. Блять, все разбежались, когда я ворвался. Убить! Убить его! Я всем промазал, кроме ульты. Да как я мисаю? Чат, не смотрите, не ржите. Такое бывает, такое бывает. Да не ржите, говорю, блядь. Хорошо. Здорово, Мишань. Я АДК. АДК. АДК змей.
Че, будет врываться, интересно? Без скина играет? Это вообще-то скин. Блять, что-то я забыл, сколько стоит. Это скин на кукуля. Один из любимых, кстати. Реально, без шуток. Здорово, Black Box. Суперинденте. Как можно не любить такой скин, суперинденте? Суперинденте. Это смайт, да? Да. Хотел пошутить как-нибудь, но ладно, не буду. Да, это смайт. Все, замедло. Смотрите, у меня есть три слота. Будет пенетра, будет полиномикон, и вместо сапога будет еще что-нибудь. НФС. Это новый НФС, парни. Меня задефают, если что. А книжка больше дает, бонжорно. Книжка больше дает пауэра. Вот эта книжка, это артефакт, который предназначен кукулькану, который нельзя собрать, не собрать. Считаю, что без этой книжки он не работает. Хорош, Фаркоз, господи. Минус. Не стильте, блядь. Шучу, шучу, Фаркоз, шучу, шучу. Брат, убивай. Всех убьешь, выиграешь, будет хорошо. Замедлил. Фаркоз замедлил его. Блядь, да как же мне больно. Как же ей много урона дал, господи. Посмотри, что произошло, чат. Здорово, Рассел. Посмотри, что произошло. Все, минус. Минус. Хватит стилить у меня. Ай. Чисто кукулька на ДК, парни. Чисто кукулька на ДК. Такого никогда не было, и вот опять. Какая молодец у нас, блять, этот. Атаки на фурии дорирома. Атаки реря фурии дорирома. Да куда ты, блять? У нас фурии дорирома тут. Окей. Я понял, я понял. Все, чисто верю в Фаркоса. До этого не верил в Фаркоса, теперь верю в Фаркоса, все. Да, ладно, да, да. Я про то, что два этих арта брать или так не делают. А, так редко делают, так делаю только я в основном. Бонжорно, так делаю только я. Но дичь в том, что это дабл стак, их долго фармить. English, please. Окей, окей. It's double stack, so hard, you know. You need more early artifacts if you need win. Фаркос новый тиммейт? Нет, нет. Фаркос это старый зритель и нынешний хейтер, по всей видимости. В смысле минус уши? Вы же поняли, что я сказал? У меня уровень английского просто идеальный, блядь. Я так на арене делал. На арене вообще, говорят, стаки никто не собирает. Я просто на арене 100 лет не играл, кстати. Но там прикол в том, что на арене ты стаки еще больше будешь делать. Дабл стаки в так называемом лейте, то есть когда они фулл настаканы, это имба. Говори по-французски. Aujourd'hui сильно. Понял. Что происходит? Что происходит?
Почему он не пошел со мной драться? Не понимаю, он бы меня просто убил. Тебя продали? Тебя продали, ё-моё. Чтобы очки зрителя копились, нужно на Twitch зайти, дядь. Посмотри мое последнее видео, там есть инфа, типа как зарегать, куда зарегать, что нужно сделать, что с чем связать. Кого? Так я же говорю, кого продали? Вот был бы у меня поле, кстати, я бы еще и медузу бы забрал в этот момент. Блэкбокс, всегда это пофиксить можно. Здорово, Орига. А че так много опять народу в понедельник? Че вообще в понедельник? Понедельник это вообще для меня какой-то день, типа аномальный. Я запускаюсь в понедельник рано всегда. Всегда приходит много людей, всегда есть донат, всегда есть подписки. Вы специально ждете понедельника или что? Я не понял. Пофиг, мне на Twitch сижу с YouTube. Там скины классные, Виталь. Даже я оформлю эти очки, потому что скины классные. Просто безработные. А донаты откуда? Изоляция. Домой. Чисто Gold Fury забрал. Ой-ой-ой-ой-ой, я думал, она вперед пошла. Прикинь. И наперед ей кинул, как истинный АДКшер. Да, Фаркос, брат, я только в тебя верю. Ну и в себя иногда. Как же Полик бьет больно, господи. Донат это деньги, которые за выходные потратить не успели. Блин, в натуре. Прикинь, это на сдачу чисто. Прикинь, донат это чисто на сдачу. Да тикните, тикните, блядь. Ретиряда. Я не буду драться, я бы умер там. Здорово, здорово, Астеринокс. Wrong way pass, ха-ха. Бывает, бывает. Так, Фаркосыч, я заберу у тебя красный, я думаю, ты не против. Если ты против, отпишись в чат. А это не... Да, окей, 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 окей. Окей, окей, окей. Парни, главное не умереть. Ой-ой-ой-ой-ой. Экселенте. У них настолько банальный пик, что даже неинтересно, если честно. И меня почему-то очень сильно Ахиллес боится, хотя я считаю, что метка на меня повесилась, Кали. Кто будет на Алике 11-11, заказ? Я буду. Я буду заказывать. Я буду пауэрбанк себе брать. Мне нужен. Я буду себе брать штуку для фотоаппарата. Возможно, у нас, кстати, вебка будет немножко по-другому выглядеть. Ну, про разговор о качестве. И еще кое-что мне нужно будет заказать. Майгран, кстати, пауэрбанк, чат. Че, у нас драка или что? Я поджегся! Да япона мать! О-хо-хо, полиномикон, пожалуйста, что ты делаешь, ахаха. Ахаха, прекрати. О-о-о, тут был тип без ХП.
Вы видели это? О-о-о, по полтавркой отрывается. Плохо, плохо, плохо. Так, тихо, 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 тихо. Ой, блядь. Нет, 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 Кали. Аркосыч. Метка на мне, метка на... Дотикает, дотикает. Ну не дотикало, но практически... я убил, считайте. Атака не на фурию, но Риодо. Давай, фурию, Риодо. Что на десерт? Не знаю пока. Фурию Дероду пока что на десерт. Хорошо, хорошо. In pass al mondo. И даже сказать, да ничего не может. Герсиас, ну, тут два варианта. Если не лох, нужно написать. Ну, а второй вариант, ты понимаешь, да, какой? Оф, уронище! Не урон, а уронище. Не хватило просто одной плюшечки. Давай, давай, подтягивайся. Только аккуратно подтягивайся. Пятнашку хватит. Вообще, на самом деле, все будет зависеть очень от нашей слаженности. Рэмпейдж. Парни, ну чисто для вас рэмпейдж. Хилимся от крипов, потому что мы АДК. Хилимся от крипов, мы АДК с вами. Уф-уф-уф, что за уронище. Что это за звук? Welcome! Домой! Хорошо, чат. Хорошо, хорошо, welcome, спасибо. Дайте сердечки welcome. Хоть он и жуткий хейтер. Ой-ой-ой, полинамикон сработал. И не дойти колонн, смотри. Спасибо за сердечки. Дайте сердечки еще welcome, пожалуйста. Зря остался. Ну как бы АДК Кукулькан 8-4. Мое почтение, чат. Чем вам не АДК это, чат? Притянешь? Мать, притянешь, у меня ульт будет. Даже если они ворвутся, кого-нибудь да убьем. Понял.
Хорошо, хорошо. Что бы еще такого взять? А, ну я знаю, что еще такого взять. А, давай вот так вот. И вот так вот. Перфекто. Даже Кукулькан говорит, что это перфекто. 930 пауэра. Дайте мне ФГ и красный. А я думал, после АДК просто под конец катки пишет. Нет, я АДК. Кап 909. Ну я вообще говорю, Все равно мне на кап. Я хочу больше собрать. 1000 хочу собрать. Цифры-то не лгут. Можно и больше собрать. А еще я могу не хилиться. Главное, чтоб в меня не ворвались. Здорово, Насфер. Здорово. Главное, чтоб в меня никто не впрыгнул, и все будет хорошо. Не впрыгнул, понятно, да, кого я имею в виду? Это Каля. Но я уже выхилился. Что за урон? Просто безумный какой-то. Просто безумный урон. Be careful, middle. Рецентраль атак. Прожми клавишу Т на 2 секунды, плюс там топчик лить. Сейчас, сейчас, брат, подожди, сейчас не вовремя это делается. Чё, как вам урон, парни? Как вам урон по пол хп за один скилл? Ой-ой-ой-ой-ой, Банчус! Банчус, умничка! Все, изи, победа. Полетели. Полетали на ульте? Домой. Да дайте мне к этому побить-то Титана. Я просто умирать не хочу. Домой. Просто домой. Кукулька на ДК. 10-4. У-у-у. Ставим лайки, подписываемся на канал. Бонжорно в ролике. Все, кто донатил в ролике, все, кто подписался в ролике.